Тверская епархия празднует 750-летие. В драматическом театре Твери состоялся праздничный концерт. На мероприятии выступили хоры и танцевальные коллективы. Подробнее смотрите далее. Тверская епархия – одна из древнейших епархий Русской Православной Церкви. Она основана в 1271 году полоцким епископом Симеоном, ставшим первым архиереем Тверской земли. История епархии насчитывает уже 7,5 веков. А в 20-м столетии епархия являлась одной из крупнейших в Русской Православной Церкви. С тех пор сменили друг друга на Тверской кафедре 80 епископов. Не могу в этот день не произнести вновь вслух имена тех архиереев, которые возглавляли Тверскую кафедру, среди которых святые подвижники и исповедники нашей церкви. Прежде всего, конечно, это святитель Симеон Полоцкий, первый епископ Тверской, Арсений I, Акакий и Варсонофий, архиепископ Феоктист, принявший мученическую смерть, священномученик Фадий, архиепископ Тверской, мощи которого пребывают в Вознесенском соборе и рассеяны по всем храмам нашей митрополии, будучи вложены в их престолы и антиминцы. На территории Тверской епархии находятся известные и уникальные православные святыни, храмы и обители, которые становились духовными центрами всероссийского масштаба. Всего в Тверской митрополии насчитывается более 240 святых, мучеников и исповедников русской земли. Перед началом мероприятия ко всем собравшимся в Тверском театре драмы обратился губернатор Тверской области. Это знаменательное для Тверской и всей России событие мы отмечаем с глубоким почитанием нашей многовековой истории и выдающихся подвижников православия. Мы гордимся тем, что здесь, на берегах великой русской реки Волги, в сердце нашей великой Родины, росли и крепли не только наши монастыри, но и, самое главное, наша вера. Праздничные мероприятия, приуроченные к 750-летию Тверской епархии, продолжились концертом с участием хоровых и танцевальных коллективов. К слову, все желающие могут ознакомиться с виртуальной выставкой Государственного архива Тверской области «Вехи истории Тверской епархии». Здесь представлены краткие исторические сведения, составленные еще в 1877 году.